Приветствую на канале школы вязания «Наша пряжа». В предыдущем видео мы смотрели, как рассчитать реглан и росток. Сегодня у нас практика. Итак, это будет джемпер с окружностью 55 сантиметров на окружность головы 54 сантиметра. Обязательно проверяем, что окружность горловины больше, чем окружность головы. Будем вязать реглан сразу после нашей резиночки 1 на 1. Здесь я набрала петли итальянским наборным краем и связала 3 сантиметра резинкой 1 на 1. Как это все делать, я уже не показываю. Есть отдельное видео, как набирать петли при круговом вязании итальянским наборным краем. Ссылочку я все оставляю. Итак, в предыдущем видео мы рассчитали, что у нас 34 петли наперед, 26 петель на спинку и по 15 петель на рукава. Сейчас вот это мы все делим. Итак, нам нужно выбрать, где у нас будет начало кругового ряда. Лучше всего делать начало кругового ряда на реглане. То есть я делаю на реглане между спинкой и левым рукавом. Итак, это начало кругового ряда. Я ставлю здесь маркер. После резинки я провяжу два ряда. Один ряд изнаночными петлями и один ряд лицевыми петлями. Это у меня будет такой переход между резиночкой и нашим уже самим узором. Узор будет лицевой глади. Есть разные интересные переходы, как имитация пришивной кокетки и так далее. Это все будем рассматривать понемногу на следующих видео. Сейчас такой самый примитив — это ряд изнаночными петлями после резинки и затем ряд лицевыми петлями. Итак, изнаночными довяжу. Встретимся, когда буду вязать лицевые петли, потому что там мы сразу будем раскладывать по местам маркеры. Вот довязала ряд изнаночными, теперь ряд лицевыми петлями, одновременно раскладываем маркеры. Первый маркер — это начало кругового ряда и сразу же начало реглана. Затем 2 лицевые петли, это 2 петли реглана, ставим сразу второй маркер. То есть 2 петли между маркерами — это петли реглана. Это реглан между рукавом левым и спинкой. Сейчас будем вязать петли спинки. На спинке у нас 26 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Есть 26 лицевых. Ставим здесь второй маркер. После него вяжем 2 лицевые. Ставим еще один маркер. Это у нас 2 регланные петли между спинкой и правым рукавом. Вяжем петли рукава. На рукавах у нас по 15 петель. То есть я вяжу 15 лицевых. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Есть 15 петель рукава. Ставим следующий маркер перед линией реглана. 2 петли — это линия реглана. И ставим еще один маркер. Далее у нас петли переда. Спереди у нас 34 петли. 1, 2, 3, 4, 31, 32, 33, 34. Ставим регланный маркер, вяжем 2 лицевые, еще один регланный маркер. И осталось у нас 15 петель. 15 петель — это петли рукава. Как помните, мы на рукавах ставили 4 отметины, разделив по 3 петли на 5 частей. Я не хотела бы ставить маркеры, потому что будет слишком дохараченная работа, не будет ясно, что где. Поэтому я подготовила вот такие петельки. Мы их добавим здесь, и в следующем рукаве я тоже их быстренько добавлю. Итак, вот такие петельки я сделала только для того, чтобы мы с вами ориентировались, где мы есть. Когда я сама вяжу просто для себя или на заказ джемперы, я просто считаю, то есть я не ставлю вообще никаких маркеров. Итак, 1, 2, 3, это первая часть, 3 петли. Ставлю вот эту петельку. 1, 2, 3, это вторая часть. Ставлю вторую петельку. 1, 2, 3, это третья часть. Тоже ставлю петельку.
Раз, два, три. Это четвертая часть. Ставлю четвертую петельку. И последние три петли до начала кругового ряда. Когда мы подойдем ко второму рукаву, к петлям, я то же самое быстренько сделаю для второго рукава. Вот, то есть их мало видно, но сразу мы знаем, что это 4 отметины, которые нам нужны. Итак, теперь мы готовы начать вязать наш росток. Итак, первый ряд ростка мы должны вязать от нашей регланной линии, включая прибавление, это будет лицевая сторона, включая прибавление слева и справа, до вот такой отметины с этой стороны. Мы туда довяжем и там же ее поставим. Итак, начинаем с прибавления. Прибавление я делаю до маркера, но считаю уже в этом ряду, потому что, чтобы у меня красиво все зашлось. Итак, прибавление будем выполнять с наклоном вправо. Значит, левой спицей я подхватываю ниточку таким образом, что правая стенка ее сзади, левая стенка петли спереди, и провязываю петлю лицевой за переднюю левую стенку. Это прибавленная петля с наклоном вправо. Переснимаю маркер, далее вяжу 2 лицевые петли, переснимаю второй маркер, после регланной линии тоже делаю прибавление. Теперь правой спицей подхватываем ниточку таким образом, что правая стенка к нам, а левая уже сзади. Одеваю ее на левую спицу и провязываю теперь лицевой за заднюю стенку. Снова же я провязала за левую, но которая уже сзади. Я получила прибавленную петлю, которая повернута влево. Теперь у нас петли спинки. Вот эти петли спинки, это 26 петель. Мы их просто провязываем лицевыми петлями. Довязываю я до маркера. Итак, у нас это вторая регланная линия. Перед маркером делаем прибавление с наклоном вправо. Левой спицей поднимаем петлю. Правая стенка находится сзади, левая спереди. Провязываю скрещенной лицевой петлей, то есть лицевой за левую стенку. Получается наклон вправо. Теперь переснимаем маркер. Вяжу 2 лицевые петли. Переснимаю второй маркер. И делаю прибавление с наклоном влево. Поднимаю ниточку. Правая стенка находится спереди, левая сзади. Одеваю на левую спицу, провязываю лицевой за заднюю левую стенку. Получается уклон уже влево. Вот эти петли переда. Я их сейчас быстренько просто пересниму для того, чтобы поставить вот эти мои ниточки, чтобы мы точно знали, как что вязать. И верну их обратно на спицу, чтобы точно по пунктам все как положено у нас было. Итак, 4 метки я поставила, разделила полотно нашего рукава на 5 частей по 3 петли. Здесь прибавление реглана мы уже сделали, нам нужно провязать до первой метки. Это 3 петли. Значит, первые 2 петли я провязываю лицевыми, затем нить перевожу за вязанием, переснимаю третью последнюю петлю, перевожу нить перед вязанием, возвращаю петлю обратно на левую спицу и поворачиваю вязание. То есть я просто обернула вот эту третью петлю. Я ее не провязывала. Это нужно для того, чтобы не было отверстий, когда мы будем далее провязывать. Теперь повернули вязание в изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы вяжем полностью то же самое, другую сторону, до первой метки вот другого рукава. Прибавление на реглане мы с изнаночной стороны не делаем. Вот 3 изнаночных я провязала. Маркер просто переснимаю. 2 изнаночные это петли реглана. Маркер переснимаю. И далее вяжу просто изнаночными петлями каждую петельку до следующего маркера. То есть до регланной линии. Еще одна изнаночная. Затем маркер переснимаем. Это вторая регланная линия. 2 изнаночные, это у нас начало кругового ряда, тоже маркер просто переснимаем и вяжу до первой отметины изнаночными петлями. Это у меня одна прибавленная петля, еще 2 петли дополнительные и третью петлю мы будем оборачивать снова. Нить за вязанием, пересняли петлю, нить перед вязанием, вернули петлю, поворачиваем вязание в лицевую сторону. Вот таким образом тоже вот обернули петлю. Теперь мы провязали первый, второй ряд, вяжем третий ряд, снова делая прибавление на реглане уже до второй отметины. Первую отметину мы вот с обернутой петлей провяжем и снимем вот этот маркер, вяжем до второй отметины.
Итак, начинаем вязание лицевыми петлями до маркера реглана. Перед маркером реглана прибавляем петлю. Левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Правая стенка сзади, левая спереди. Провязываем лицевой за переднюю стенку. Это прибавление с наклоном вправо. Переснимаем маркер. 2 лицевые регланные петли. Переснимаем второй маркер. Прибавление с наклоном влево. Правой спицей поднимаем ниточку. Правая стенка к нам, левая сзади. Провязываем лицевой за заднюю стенку. Затем петли спинки просто провязываем лицевыми петлями. Довязываем до регланной линии, прибавляем петли перед маркером. Петли с наклоном вправо. Левой спицей подхватываем ниточку, правая стенка сзади, левая спереди. Провязываем лицевой за переднюю стенку, уклон вправо. Переснимаем маркер, вяжем 2 лицевые, переснимаем второй маркер и прибавление с наклоном влево. Правой спицей поднимаем петлю, правая стенка спереди, левая сзади, провязываем лицевой за заднюю стенку. Теперь вот наши петли. Вяжем лицевыми до обернутой петли. Вот наша обернутая петля. Нить оборачивания и сама петля. Нить оборачивания поднимаем вот так на спицу. Затем саму петлю и нить оборачивания провязываем вместе лицевой петлей. Вот таким образом. Это мы все провязали до первой отметины. Первую отметину уже снимаем. Мы должны довязать до второй отметины. До второй отметины у нас остается 2 лицевые петли и 1 обернутая петля. Нить за вязанием, петлю снимаем, нить перед вязанием, вернуть петлю и поворачиваем вязание, чтобы вязать четвертый ряд. Итак, четвертый ряд — это изнаночный ряд. Здесь мы все петли провязываем изнаночными петлями. Прибавления на реглане мы не делаем абсолютно. Маркеры просто вот так переснимаем. Итак, я буду вязать до обернутой петли изнаночной с другой стороны. Изнаночная перед регланом, переснимаем маркеры, никаких прибавлений на реглане мы не делаем. Продолжаем вязать изнаночными до обернутой петли. Итак, вот наша изнаночная обернутая петля, вот как раз перед первой отметиной. Вот нить оборачивания, вот одна стенка и с лицевой стороны вот другая стенка. Вот эту стенку, что с лицевой стороны, мы поднимаем вот так на нашу левую спицу. И теперь вот эти две петельки, которые у нас получились, провязываем вместе изнаночной петлей. Вот так. Теперь отметину. Первую мы тоже снимаем, будем довязывать до второй отметины на этой стороне. Это у нас 2 изнаночные и последнюю третью петлю нужно обернуть. Нить за вязанием, переснимаем петлю, нить перед вязанием, вернуть петлю и повернуть в лицевую сторону. Вот уже осталось у нас 3 отметины, мы довязали до второй. Это был четвертый ряд, далее вяжем пятый ряд. Пятый ряд с лицевой стороны, прибавление делаем на реглане, довязываем до третьей отметины, где на второй отметины провязываем петлю вместе с петлей оборачивания. Итак, вяжу лицевыми до нашей линии реглана. С лицевой стороны на линии реглана будем делать прибавление. Перед линией реглана прибавляем петлю с наклоном вправо, как в предыдущем варианте. Переснимаем маркеры, вяжем 2 лицевые, переснимаем второй маркер и после линии реглана прибавляю петлю с наклоном влево. Далее вяжу все петли спинки просто лицевыми петлями до следующей линии реглана. Перед линией реглана снова прибавляю петлю с наклоном вправо, переснимаю маркер, линию реглана провязываю лицевыми петлями, 2 лицевые, переснимаю второй маркер. После линии реглана прибавляю петлю с наклоном влево. Есть. Далее вяжем вот сюда до петли оборачивания лицевыми петлями. Вот моя обернутая петля, нить оборачивания поднимаю
я на левую спицу и петлю за переднюю стенку вместе с нитью оборачивания провязываю лицевой петлей. Вот две вместе лицевой. Снимаю я уже нашу вторую ниточку, довязываю до третьей ниточки. Это у меня две лицевые петли и одна обернутая петля. Нить за вязанием петлю снять, нить перед вязанием петлю вернуть. Провязали пятый ряд, поворачиваем. Шестой ряд, это у нас изнаночный ряд. Мы вяжем все петли просто изнаночными. Тоже до второй нити оборачивания. Прибавления на реглане не делаем. Вот у меня обернутая петля, нить оборачивания. С лицевой стороны стенку нити оборачивания поднимаю на левую спицу и ее вместе с петлей провязываем вместе изнаночной петлей. Снимаю нашу вторую отметину и нам нужно довязать до третьей отметины. Это еще 2 изнаночные петли и обернутая петля. Нить за вязанием, пересняли петлю, нить перед вязанием, вернули петлю. Поворачиваем обратно в лицевую сторону. Итак, это мы провязали уже 6 рядов. Далее вяжем лицевая сторона. Прибавление делаем до 4 отметины. Здесь, где 3 отметина, мы должны провязать лицевую с нитью оборачивания. Итак, вяжу лицевыми петлями до линии реглана. Далее перед линией реглана прибавляю петлю с наклоном вправо, левой спицы подхватываю ниточку, провязываю лицевой за левую переднюю стенку, переснимаю маркер, вяжу 2 лицевые петли, переснимаю маркер, прибавляю петлю с наклоном вправо, правой спицы подхватываю ниточку, провязываю лицевой за левую заднюю стенку, вяжу спинку лицевыми петлями до следующей линии реглана. Вторая регланная линия, здесь мы прибавляем петлю с наклоном вправо перед линией реглана, переснимаю маркер, 2 лицевые петли этой линии реглана, переснимаю второй маркер и прибавляю петлю с наклоном влево. Снова вяжу лицевыми уже до обернутой петли. Обернутая петля у нас сразу перед третьей нашей отметиной. Вот петля обернутая, нить оборачивания поднимаем на левую спицу, вот так ее и лицевую петлю, вот лицевая петля, нам нужно ее подхватить левую стенку и вместе с нитью оборачивания провязываем лицевой петлей. Затем вот третью отметину мы снимаем и довязываем до четвертой отметины. Это 2 лицевые петли, последняя третья петля обернутая, нить за вязанием сняли петлю, нить перед вязанием вернули петлю. Готовый наш 7 ряд. Поворачиваем вязание. 8 ряд мы вяжем изнаночными петлями до 4 отметины. Нить оборачивания обернутой петли. Вот лицевую стенку, то есть это у нас задняя стенка, так как изнаночная сторона, одеваем на левую спицу и провязываем ее и обернутую петлю вместе изнаночной петлей. Сняли нашу третью метку, остается вот четвертая, нам нужно довязать до четвертой. Это еще 2 изнаночные петли и снова обернутая петля. Нить за вязанием, снять петлю, нить перед вязанием, вернуть петлю. 8 ряд довязан, вот это мы и провязали наш росток. Итак, меряем, у нас должно быть 3 сантиметра полотна. Вот так и есть. Теперь вяжем следующий ряд, вот отсюда, где мы сейчас есть, до конца ряда. И затем целый круг полностью провяжем, все петли вот эти снимем уже, а обернутые петли, у нас же 2 обернутые петли остались, мы провяжем вместе с петлей оборачивания. Итак, я вяжу лицевыми до начала ряда сначала.
Так, в прошлом ряду, это был изнаночный ряд, мы не делали прибавления, значит, сейчас мы делаем прибавления. Далее, когда мы будем вязать по кругу, у нас уже не будет лицевых и изнаночных рядов, и мы прибавления будем делать в каждом втором ряду. Я прибавила в одну сторону, теперь после реглана прибавляю вторую сторону и вяжу лицевыми до следующего реглана. Итак, я подхожу ко второму реглану. Здесь снова делаю прибавление. Это было прибавление с наклоном вправо. Теперь прибавление с наклоном влево после петель реглана. Далее вяжу до обернутой петли. Нить оборачивания я поднимаю на левую спицу и петлю, и нить оборачивания буду провязывать 2 вместе лицевой петлей. Последние 3 петли рукава, над ними мы короткие ряды уже не вязали, их провязываем. Теперь реглан между рукавом и передом. Прибавление первое делаем с наклоном вправо, то же самое как раньше. Переснимаем маркер. 2 лицевые петли, переснимаем второй маркер, прибавление с наклоном влево и провязываем петли переда. Сейчас петель переда ровно столько уже, сколько и спинки, так как мы набирали на спинке на 8 петель меньше, а вязали рядами туда и обратно, и эти 8 петель мы на реглане прибавили. Довязываю я до реглана между передом и левым рукавом. Перед регланом я поднимаю петлю, чтобы прибавить петлю с наклоном вправо. Переснимаю маркер. Вяжу 2 лицевые петли. Переснимаю маркер. Прибавляю петлю с наклоном уже влево. Далее. У нас 3 петли, это уже рукава, но они еще не были у нас провязаны. Последнюю отметину мы снимаем. И здесь у нас последняя обернутая петля. Нить оборачивания поднимаем на левую спицу. И петлю провязываем вместе с нитью оборачивания лицевой петлей. И затем довязываем лицевыми петлями полностью до конца ряда. Мне нужно уже более длинные круговые спицы, так как петель стало много. Ряд я довязала. Вот, смотрим, что у нас получилось. Итак, следующий ряд мы тоже вяжем уже по кругу, далее лицевыми, но уже без прибавлений. То есть прибавлять мы должны, вот реглан наш, прибавлять мы должны петли в каждом втором ряду. То есть, если ряд по кругу вы один провязали с прибавлениями, то следующий ряд просто вяжете без прибавлений. Вот таким образом. То есть, прибавление после реглана, ни на одном реглане я не буду делать. Итак, чередуем по кругу. Один ряд с прибавлениями, второй ряд без прибавлений. До той длины, которая нам нужна. Сейчас уже у нас на спинке и спереди одинаковое количество петель. И мы продолжаем вязать по кругу, чередуя один ряд с прибавлениями с каждой стороны реглана и другой ряд без прибавлений. Вот далее я повторяла, прибавляя реглан в каждом втором ряду. Если мы посмотрим, у нас совсем нет отверстий на наших рукавах, так как мы здесь провязывали с обернутыми петлями. Итак, мы вяжем нужную нам длину линии реглана. Длину линии реглана меряем вот здесь, спереди, без ростка спинки. Вот эту длину можно взять с таблицы, которую я давала в предыдущем видео. Но скажу честно, это примерная таблица. То есть, например, сколько оно может быть. Ведь смотрите, если у вас горловина другая, более узкая или более широкая, вот видите, более широкая, значит у вас и длина линии реглана будет меньше.
Поэтому лучше всего мерить именно по высоте вашей проймы, ведь плечо, оно всегда на том же месте. То есть по высоте вашей проймы, сколько нужно, тоже по таблице, оно тоже есть на таблице, вы меряете, сколько нужно вам провязать, и далее вяжете спинку и перед. Если у вас такое получилось, что длина уже хорошая, высота проймы еще уже хорошая, а вот перед и спинка слишком узкие, это нормально, это ничего страшного, ведь здесь вы еще будете делать подрезы. Подрезы, которые расширят до нужной ширины вашу спинку и перед. О подрезах мы поговорим уже в следующем видео. Сейчас я еще буду довязывать свои линии реглана, потому что это не окончательная длина. Еще мне буквально несколько рядов нужно довязать. Спасибо большое! С вами была школа вязания «Наша пряжа».